Всем добрый день! Вы на канале Радуга Рукоделия, с вами Любовь Румянцева. Сегодня я буду делать сувениры к празднику Пасхи. В основе пенопластовое яйцо. Также используются атласные ленты. В корзиночке яйцо, на полянке и в цветочке. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Я беру пенопластовое яйцо, такое небольшое у меня, и лента атласная шириной 0,6 мм. Голубенькую я беру и начинаю оплетать яйцо. Приклеиваю ленту сначала сзади, вот так вот. Теперь на верхушке, на макушке приклеиваю. Так. И возвращаюсь туда, где начала. Теперь я смещаю немного вправо. Вот так вот начинаю оплетать вправо, немного заходя на эту ленту. Так вот рядышком. Дохожу снова до верхушки, до макушки, капаю капельку. И здесь я уже поворачиваю влево, в другую сторону. Видите? Можно еще вот здесь тоже немножко вот так вот проклеивать. Дошли до этой точки, капаем клей и здесь снова вправо поворачиваем. Немного заходя одна на другую. Здесь тоже немножко я проклею. Здесь снова, дойдя до верхушки, иду влево. Так продолжаю оплетать все яйцо. Смотрите, как получается. Продолжаем. Старайтесь ленту натягивать хорошо. Вот я заканчиваю, осталось совсем немного. Обрезаем, обрабатываем зажигалкой край. Приклеиваем. Все, яйцо готово.
Так, мы его отложим на время и займемся корзиночкой. Для корзиночки надо взять вот втулку у меня от фольги. Такая маленькая, чтобы яйцо, видите, как раз убирается и стоит. Если нет у вас такой, можно просто картон склеить. У меня вот из двух половинок были такие остаточки маленькие. Я склеила. Высота 2,5 сантиметра. Такая у меня. Так, еще я взяла кружево. Вот такое кружево. Сделала такую юбочку, ниточкой стянула. И буду я это одевать, значит, такую юбочку вот на эту заготовку. Вот так это будет вверх. И у краешка я вот так приклею сейчас. Вот я приклеила такую юбочку. Вот это место будем оклеивать шпагатом. Берем джутовый шпагат, такой у меня. И просто оклеиваем. Так, вот я здесь доплела. Теперь я приклею сейчас дно. И буду доплетать дальше. Доклеивать. Наношу клей и просто вот на картон приклеиваю. И лишнее отрезаю. Так, дно я вот приклеила. И теперь доделываю. Можно было сразу дно приклеить. Теперь доделываю. Так, вот я закончила. Теперь я взяла проволоку, небольшой отрезок, оплела ее тоже джутом. Это будет ручка у корзины. Смотрите, какой вам длины надо. Сделаем вот так ручку и приклеим вот сюда с этой сторонки. Сейчас я покажу, где. Вот с этой стороны не внутрь, а приклеиваю вот так сверху. Так, а вот здесь можно приклеить тесемочку, чтобы было красиво. Вот корзиночка готова. Теперь декорируем яйцо так, как вам хочется, на свое усмотрение. Я вот приклею сначала не до самого, не самым низу, потому что там все равно в корзиночке не будет видать. Вот такие цветочки на ленточке. Так, лишнее отрезаю. Теперь я яйцо сначала приклею в корзинку, а потом уже доделаю, додумаю, что тут еще можно будет сделать. Сейчас вот так приклею. Вот так я задекорировала яйцо. Смотрите. Здесь розочки приклеила, здесь такие цветочки на яйцо. Такие корзиночки. Симпатичные сувенирчики к Пасхе. Теперь делаем вот такой сувенир. Яйцо будет в цветке. Для этого берем атласную ленту шириной 5 сантиметров, длиной 6.
5 на 6 и вырезаем лепесток для цветка. Для этого складываем пополам, изнаночная сторона сверху, зажимаем вот так пинцетиком серединку и проходим зажигалкой. Теперь вырезаем сам лепесток. Так, смотрите, с этой стороны, с этой серединка, с правой нет. Вырезаем примерно вот так. Теперь тоже зажигалочкой проходим, обрабатываем лепесток и немножко вот так пару раз с одной стороны и с этой сторонки также. Вот так. Теперь с другой стороны делаем вот такие вот складочки навстречу к серединке. С одной сторонки вот так складочка. И с этой стороны также делаем складочку. Можно развернуть, чтобы было удобно. Так, тоже пинцетиком вот так зажимаем. И зажигалкой. Такой лепесточек. Так, теперь его нам надо ему придать форму. Так, вот видите? И зажигалкой просто вот так вот снизу. И вот так пальчиком загибаем. Такой вот лепесточек, видите, получился. Таких лепестков на один цветок понадобится 18 штук. Так, 18 лепестков я сделала. Яйцо оплетаем так же, как в прошлый раз. Вот я такой зелененькой сделала. Так, теперь нужна вот такая от втулки, от фольги я отрезала. Такая втулочка. Ширина 2 сантиметра у меня, а диаметр, сейчас я скажу диаметр какой, надо просто посмотреть по своему яйцу, какой у вас, 3 сантиметра, чтобы вот так вот яйцо убиралось как раз. Видите? Теперь эту втулку надо обмотать лентой. Я взяла ленту шириной 1 сантиметр, обработаю край. И эту втулочку я тоже обмотаю сейчас лентой. Так, сначала надо приклеить с внутренней вот стороны кончик ленты. Так, и начинать просто вот обматывать. Вот так. Так, туго. Так, видите? Натягиваем, еще заходим там примерно на половинку, поменьше, вот так. Снова вытаскиваем. Можно даже немножко клеим. Так. Следующий. Иногда можно клеем смазать, присклеить. Так, обматываем всю втулочку. Так, видите?
Так, я обмотала, отрезала ленту. И теперь просто переклеим снова внутрь конец. Вот так. Такая вот получилась у нас заготовочка для яйца. Теперь начинаем приклеивать лепестки. Наносим клей. Приклеиваем. Теперь я напротив приклею лепесточек. Так примерно. Теперь будет 2 с этой стороны и 2 с этой. В первом ряду 6 лепестков. Здесь один. Второй ряд приклеиваю в шахматном порядке между этими листочками. Также будет второй ряд. 6 лепесточков у нас. Вот так, видите, между. Второй ряд готов. Третий ряд делается также между этими лепестками в шахматном порядке. Так, смотрите, цветочек готов. Можно его сбрызнуть лаком для волос, а можно оставить так. Я предпочитаю сбрызнуть лаком, чтобы все-таки форму держал он. Так. Так, немножко расправить листочки. Дождаться, когда высохнет. Вот так можно перевернуть. Вот так оставить. Подождать, когда высохнет. А яйцо, пока высохнет у нас цветок, декорируем на свое усмотрение. Можно приклеить стразики какие-то, цветочки. Вот как на этом у меня, видите, такие белые цветочки. Здесь вот такая лента из полубусин. Так, вот яйцо я отдекорировала вот так. Тесемочку приклеила. Белые полубусинки, здесь бабочки. Теперь это яйцо нужно приклеить просто вот так в цветочек. Так вот. Здесь можно на лепесточки приклеить вот стразики какие-то. Божья коровка. Можно так оставить. Так, это яйцо тоже готово. Смотрите, я здесь приклеила стразики на сам цветок. Можно приклеить божью коровку, как вот здесь. Можно приклеить, вот у меня вот стрекоза такая оказалась. Приклеила стрекозу. Ну, еще такой самый простой вариант. Вырезаем картонный круг небольшого диаметра. 2 я картонных круга вырезала, оклеила их бумагой зеленой. Здесь тесемочку приклеила по краю. Яйцо плетаем также, декорируем на свое усмотрение. Вот такое у меня желтенькое. Теперь плетаем лентой вот такой тоже небольшую такую заготовочку тоже от фольги, узенькую, где-то сантиметр я сделала. Приклеиваю у него яйцо. Так, приклеила. Приклеиваю его на полянку, на зелененькую. Ну и здесь приклеиваю просто цветочки, такие у меня искусственные. Такие ромашечки приклеиваю сюда. Вот этот сувенирчик тоже готов. Вот все сувенирчики наши готовы. Можно подарить такой подарок, такой сувенирчик
на праздник. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Работайте всегда только с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.